Всем привет, вы находитесь на канале Пандусик. Это уже третий выпуск по игре, по хоррору Welcome to Kowloon. Вот мы выехали. Выехали на лифте к этому звездному прекрасному небу. Здесь так хорошо, кстати, как будто бы не страшно. Я не знаю, что здесь мы дальше будем делать. Что-то будем делать. Не знаю, правда, что. Играет приятная очень музыка. Как будто бы и не было всего этого пиждеца, который был внутри здания. У меня еще есть какой-то код. Ага, мы в эту дверку сейчас пойдем, да? Какой-то кодик есть. Мы, кстати, его так и не применили, который на стене написали. И они написали, что выхода нет, и какой-то код. Это что такое? Тю! Это я нашла эти. Я забыла, у меня же там дверь внизу. Точно. Это что? Ничего. Это мы сейчас на лифте поеду я обратно? Серьезно? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. То есть это все типа я поеду сейчас вниз и все? Да? Я просто сюда поднялась за этими кусачками. Ну или как они там? Бокорезы, не знаю, как они называются. Так. Опять я здесь. Я только обрадовалась звездному небу, и снова я здесь. Так, мне вниз, да, мне вниз, это я помню. И музыка стала уже не такая приятная. Очень... А что со ступеньками? У меня шиза? Да? Ой, мама, боюсь скорее скримака какого-нибудь. Ой, пес! Пес, ты здесь! Блин, подожди, а где у меня была... У него глаза, посмотрите на его глаза. Пес тоже нанюхался какой-то херни. А, вот эта дверь. Все спокойно, все тихо. Музыка играет странная. Пес тоже странный. Тут пес тоже под кайф. Это типа выход. Выход из города. Странный, конечно, выход из города. Ой, там человек вей. Бля, смотри, что творится. Короче, мы вышли. Я не пойму, из какого-то района в другой район вышли. Ой, какой кошмар. Тут повешенный. Ой, какая ужас какой. Смотри, они обглоданные все. Боже, он бьется. Фу, кошмар. Блин, надо на превьюху, наверное, вот это, да? Как на превьюху сделать? Блин, или вот этого мужика на превьюху. Я даже не знаю, что лучше на превьюху. Нет, давай к этому подойдем. Я надеюсь, он на меня не побежит. Блин, фу, это ужасно. Ой, нет, не туда. Все вот так. Фу, кошмар. Я надеюсь, он меня не будет бить. Они голые. Ой, ужас какой, блядь. А кто их ест? Кто их грызет? Они сами себя едят, что ли, что? Каннибализм? Ёпарасоте! Это просто кошмар. Там вот кто-то смотрит в окно, просто стоит. Боже ты мой. Везде висельники, кругом просто. Мамочка. Мне страшно. Это ужасно. А что с руками? А, нет, с руками все нормально. Ты только не выбра... А к чему, простите, веревочка прицеплена? К небу? Я пойму, этот без головы. Ой, без головы. Господи, блядь, пойдем отсюда уже побыстрее. Ой, что он делает? Почему они все в одинаковом состоянии? Мне слезы сейчас из глаз потекут. Просто. Он молится. Они, видимо, еще что-то соображают, понимаете? Смотрите, в каком они состоянии. Они, видимо, что-то соображают. Слушай, может, они не едят? Может, они гниют как-то изнутри? И с ума сходят? Ой, какой ужас. Ой, блядь, руки!
Ой. Ой. Ой, больно как. Так, или может вот это на превью? Ой, нет, нахрен. Ой, испугалась. Бля, мужик, не трогай меня, пожалуйста. Мужик, я тебя прошу. Шик, трогай меня, пожалуйста. Это катастрофа просто. Это слишком мрачно и слишком ужасно. Хочется плакать. О! Это мы куда-то выбрались? О, это он выбрался куда-то. К машине прибежал. Гудбай, Каулю. А, это концовка игры. А, мы, короче, уехали от этого, из этой застройки. Вот это какая-то застройка такая была. Зачем она такая плотная была? Все, это концовка игры. Господи, какой же кошмар. Охренеть. Что это? За последнее время поступает много сообщений в полицию от людей, побывавших в Каулуне. По их словам, они видели город, которого нет. Которого нет? Каулун — город-крепость, снесенный 5 лет назад, был одним из худших городов Китая. Да? Незадолго до сноса в нем произошел всплеск преступности и необоснованных убийств. Многие верят, что правительство было готово пойти на ужасные поступки, чтобы снести Каулун. Блять, бабка, сучка. Ай, блять, выход. Фу. Слушай, это реальные кадры показывают или вымышленные, я не пойму. Ой. Ну все получается. Коротенький финальный роличек. Ну, если бы я знала, конечно, что... это будет так быстро, то я в прошлом ролике бы, да, прошла, наверное. Но я этого не знала, поэтому получилось, как получилось. А может быть и хорошо, что в отдельном ролике я увидела весь вот этот кошмар, который творился в этом несчастном городе. Кстати, очень рада за главного героя, что он оттуда выбрался. Спасибо, ребята, всем, кто посмотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики и стримы. Всех обнимаю, всем пока-пока.